Следственный комитет проводит доследственную проверку в отношении сотрудников ГИБДД, которых подозревают в получении взяток на посту трассы Воронеж-Луганск. Эксклюзивными кадрами поделился активист движения «Дорожный контроль» Вадим Серов. 2 августа он снял на видеокамеру, как, по его словам, сотрудники 5-го взвода отдельного батальона ГИБДД собирают деньги с водителей большегрузов. Когда активист объявил об этом самим полицейским и предложил вызвать на пост сотрудников службы собственной безопасности, один из инспекторов попытался скрыться. А вот это что это такое? Вот это что это было, а? Так, ну-ка. Все. Ну-ка. Хватит. Куда хватит? Куда хватит? А что случилось? Куда хватит? Дайте еще. Смотри, что вот тут положили. Вообще сведения были по этому посту, что там ежедневно поборы происходят с водителями большегрузов. Это так была такая маленькая затравочка. Показать, что это все видно и на виду. И настолько это безобразие творится открыто, что поражает. По словам Вадима Серова, под бутылкой оказалось 23 100 рублей. Спустя 2 часа на пост приехали сотрудники уголовного розыска, Следственного комитета и руководства ГИБДД. Следователями проведен осмотр места происшествия, принято объяснение от сотрудников полиции и иных лиц, изъяты видеоматериалы, а также выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.